Снова здравствуйте, мои друзья. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И вот мы уже прошли всю спину, да, зона у нас делится от общего к частному, да, то есть это от ягодиц вплоть до шейно-воротниковой зоны, да, голову потом будем делать. И вот мы дошли до сета пятого, это отдельная проработка плечо-лопаточной зоны, да. Вот мы загибаем руку назад для того, чтобы нам, во-первых, лопатка, руку назад, а локоть вниз, да, отходит лопатка, то есть мы можем под нее залезть, да, все вот эти трапециевидные мышцы. И с другой стороны мы можем управлять за локоть плечом и лопаткой, да, то есть отодвинув назад локоть, мы залазим руками под него и, соответственно, вот у нас получается обрабатываем, давайте переднюю группу мышц напишем, да. Группы мышц, это получается, ну, прежде всего, это передняя дельта, дельтовидный пучок, вот он вот так вот идет, крепится вот здесь, да, это с этой стороны крепится трапециевидная мышца, вот ключица здесь, и это малая грудная мышца, вот так вот идет, да, чаще всего именно малая грудная мышца. Чаще всего именно они виноваты в том, что плечи у человека разворачиваются вот так. Иногда вы прям приходите, ну, приходит к вам пациент, да, если он даже ниже ваш, у вас, ну, особенно если ниже ростом, то сверху вы видите, что у него плечи прям вот, вот развернуты вот так вот, да. Это все вот эти мышцы перетянуты, причем настолько они укорочены, они настолько жесткие, что прилепляют лопатку и плечо к столу, вы даже не можете их отодрать от стола, просто вообще не поднимаются. Вот поэтому прежде всего заводим и их растягиваем, вот растянули, размяли, да, получается, с той стороны, с тыльной стороны. И переходим дальше уже к вращению. Так. Вращение топорика. Ну, это вот мы плечевую кость вращаем. О, вот она идет. Да, вот здесь. И, соответственно, вот за локоть, да. Соответственно, вот вместе с лопаткой, как вы видите, похоже на топорик, да. Вот мы все вот это раскручиваем за вот эти вот точки, место приложения усилия. Вот тут, да. Вращение топорика. Так. И третье, это именно растягивание лопатки. Уже без плечевой кости, только лопаточная кость. Мы будем тянуть, соответственно, вот так, в эту косточку и в эту. Вот упираюсь в уголок, да? Вот оно под таким получается, углом растягивается. И потом в обратную сторону, вот сюда, а здесь вот туда. Точнее, мы тянем, ну, грамотнее говорить, не лопатку, а за лопатку тянем мышцы. Какие? Это прежде всего элеватор скапулус, вот она идет, да, к уголку лопатки крепится. Это ромбовидные мышцы, вот эти вот. Это которые вот в ту сторону, да. Ну и трапеция тоже, которая верхний пучок трапеции. А когда в эту сторону растягиваем, да, вот стрелочка. Это вот там мелкие группы мышц, которые подостные, там подкостные всякие, широчайшие и зубчатая мышца, которая цепляется за ребра. Вот с этой стороны вот. Вот эти мышцы мы растягиваем. То есть туда-сюда, за лопатку, да? Растягивание. Здесь напишу. Зубчатых и ромбовидных мышц. Сокращенно туда. Положили локоть, как я сказал, что чем ближе локоть к телу,
тем глубже его можно опустить туда, таким образом развернув лопатку, раскрыв ее, как бы, да. Mm-hmm. Получается, у нас обнажаются все вот мышцы, которые вот эти вот, трапеция, трапециевидные все. Вот их мы растираем. Четвертое. Растирание и разминание трапециевидных мышц. Я сокращенно написал растирка, разминка трапеции. Рисунок не позволяет дальше что-то нарисовать, да, иначе получится вообще какофония полная. Перейдем к следующему рисунку. Соответственно, мы уже подготовили это место и уже опять локтем проходим по нашим пресловутым реберно-поперечным сочленениям. Они как раз открылись, потому что мы лопатку отодвинули, да? И локтем проходимся, вот подбивая вот эти вот сочленения, разбивая их. Пять. Локтевая техника. А. Я сокращенно пишу, реберная линия, да, вы поймете, что это такое, да? И Б это верхний пучок трапеции, тут мы его локтем, помните, за этот локоть человека, пациента, растягиваем, а своим локтем раздавливаем ее, да, растянутую мышцу мы раздавливаем, верхняя трапеция напишу. Шестое, получается, проходим точки, ну, давайте их так кружочками нарисую, в месте крепления ключицы и акромиального отростка. Вот здесь находится точка. Потом по центру этой мышцы находится точка, да? Место крепления levator scapulus находится точка. И по краю лопатки, вот прям под ней, находятся точки. Так, наверное, другим цветом, да, не видно. В общем, в них мы во все нажимаем перпендикулярно в тело. Получается. Вот, четыре точки, да, под лопаткой идут. На самом деле, как я говорил, там несколько рядов этих точек, там три, некоторые рисуют даже четыре ряда точек вдоль спины идет. Ну, нам они все не нужны, достаточно вот те, которые под лопаткой. Дальше точек нету, до середины лопатки не доходят, да? Точек нету, мы просто продавливаем лопатку подальше пальцем и за локоть лопаткой об свой палец, как бы наворачивая, накручивая лопатку на палец, да? Разминаем вот это место. Даже вот черным напишу, чтобы понятно было, да, что это точки. Потом вибрационно